Приветствую всех подписчиков канала Вражеская усадьба. Сегодня мы монтируем теплосварочное ателье. Разгрузились, монтируем брус. Сборка торцов. Приступили. Ну вот, закончен монтаж теплица фермер. Теплица фермер 3М. Свалена теплица с профильной трубы 20 на 20. Торцы двери 20 на 40. Полимерно порошковый окрас. Коричневый цвет. Труба еще оцинкованная вся. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм. Актуаль Био 10-летний. По всему периметру теплицы соты защищены от всяких червячков, жучков и тому подобное торцевым профилем, перфолентой. Здесь цельная дверь с этого торца с крючочком. Дальний торец просто форточка на термоприводе. Автоматическое открывание при нагреве. Также система подвязки, 4 нитки, укосины для большей жесткости и по углам колышки, чтобы теплица стояла напрочь. Теплица фермер, двойная арка, все мощно и надежно. Заказывайте металлоконструкции, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!